цветом. Вот дама сидит с цветком. Очаровательной красоты. К ней подходят два кавалера. И вот тут такая интрига. Одному она предпочитает отдать цветы, а с другим потанцевать. Вот интересно, что лучше? Получить цветы или потанцевать? А? Да, по-моему, цветы тоже неплохо. Вот, тот, кто получил цветы, садится на ее место. Дамы подходят и так чередуются. Дорогие танцоры, делаем один круг, чтобы мы могли натанцеваться от души. Итак, прошу, маэстро, старинный вальс. Кавалеры приглашают. Из зала хочет кто-то попробовать? Такая возможность потанцевать с кавалером, а? Или с дамой? Что-то есть. Александр решил сесть.